Здравствуй, мой любимый зритель, это продолжение FFA сериала «За Корею на восьмерых» в Sid Meier's Civilization 6. Если ты случайно наткнулся на это видео и не видел первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео, потому что всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Я могу, например, здесь, кстати, построить... Колосс? А, уже не могу. Нет, могу. Стоунхендж, в смысле. Давайте его построю, а потом уже библиотеку. Ну, религия не помешает никогда. Хочу посмотреть. Инвиктус, ты будешь Махенджидара брать? Нет, пока. Ты видишь, как он стоит? Проход в одну клетку с каждого. Ну да. Прям как ты стоял. Так. Ну. Один город у меня был обстрелся с 4 клеток. Даже если ты взял бы эту мапу, Пуэль мапу, как бы ты его восстановить, я не знаю. Веры надо. Надо в Кунжу и Санжу покупать. Чуть-чуть. Три ремки спамились. Да, а там нет никаких. Я, кстати, могу еще здесь город поставить, между прочим. Может, так и сделать. Блин, а где фантом-то? Тула, Осака, ты оттуда где находишься? Фантом. Да я далековато. От Осаки? Ну, от Осаки сначала найди Киото. Оно сверху и слева в четырех клетках. И потом примерно в таких клетках же я буду. В ту же сторону. Три подрирема, три подрирема меня обстреляли. Долбаные варвары. Антикавалерийских строителей. Так, это вот здесь было на два действия больше. Вот это можно менять. Давайте к антикавалерийским. Или нет, давайте содержание юнитов. В общем, я еще тут могу город поставить на самом деле. Да ё-моё. Я буду стоять, пускай они сами нападают. Бери Махенджидару. Как его взять? С божьей помощью. Только для артиллерии, если... Даже бомбарды можно пытаться.
Так. Пошли искать, где там Киото. Не, ну серьезно, вот тут город можно ставить, и вполне тут еще серебро будет, между прочим, как ресурс. А здесь как-то так, чтобы свининку ухватить. Ну вот сюда, например. Свининка будет. Привет, ты право прохода не хочешь? А ты туда никуда не пройдешь. Там справа море. А где вот Алексей с Инвитусом? А я их сам не нашел, там за мной следом Ацтек. Если он тебе правопроход не даст, ты дальше тоже не пройдешь. Ну, Ацтека я как-то вижу. Не устаю напоминать о глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Игра в публичном бета-тесте, но там уже куча всего интересного. Если заглянете и решите зарегистрироваться, то не забудьте ввести словосочетание «Лёша Рептилоид». Получите лично от меня приятные бонусы для старта. consolewar.ru. Я так понимаю, что Кри и Ацтеки продолжают воевать? Уже нет. Там Ацтек ждет, когда закончится мир, чтобы меня разнести. А что ж ты, у меня такое чувство. Блин, Алексей, а вы-то где с Инвитусом? Что? Где вы с Инвитусом? Как вас найти? Ну, справа от Ацтека. Ага, понял. Только плюс 15%, не хотелось бы отдавать такой бонус. Так, давайте здесь сделаем и здесь сделаем. Потому что видите, мне дают науку рядом с Савоном. С
все шахты дают науку. Еще два города поставить, но как-то не до городов сейчас. О, я тебя нашел. А, нет, это кого? А, это я Поленки нашел. Блин, это Киото, что ли, так далеко? Если ты нашел Поленки, то я рядом с Поленки. Фига себе, ты русский, конечно, японцев вынес. Он же фиг знает где. Для тебя, нет? Я вот тоже смотрю на Питер и на Киото, и как-то он через всю эту пустыню. Наверное, сказывается то, что Осака все-таки поближе. И как раз между Осакой и Питером там тупо пустыня. То есть нормально можно пробежать. Так, ладно, я сейчас буду тут строителем вырублю лес и тут поставлю центр коммерции. Как раз еще одного получу строителя. Блин, что-то мне не нравится, что... Ага, я... вот вижу скаут этого Алексея. Да. Пошло на золото. Что ты говоришь? Нашлись мы. Да, я вижу. Ладно, придется опять золотой век пытаться сделать. Ну это, блин, очень неудачно, как, с одной стороны. Русские предложения. Блин, и торговый путь, фига себе. Вообще союз не нужен. Вырублю тут. А он... Дискорд так и не зашел, я понял. Боже, тут еще столько территорий. Нифига себе. Завершен. Ну давайте конюшню. Камбра, великая библиотека. А может великую библиотеку слушайте. Великая библиотека, знаешь, что никто не построил, все забывают, что при получении ученых ты ускорение получаешь при этом. Давайте я рабочего сделаю. Тут надо вырубить лес и сюда библиотечку поставить, между прочим. Грека 200 культуры. Значит, надо выносить грека. Поменьше, конечно. Да у нее есть наука неплохо.
Плач хоть надо, кстати, построить, я тоже получу очки. Так, Анисей предлагает договор, религиозный союз, ну окей. Почему нет? Так, иудаизм. Все чудеса дают по 4 веры. Храмы и святые. Давайте, наверное, все чудеса дают плюс 4 веры. И... Кампусы и центры КМС дают по одной науке. Ну, так. За каждых... Один посол в каждом городе, когда город впервые приходит в эту религию. Ну, тоже неплохо. Плюс 2 золота. Ладно, давайте церковную собственность ходов. Еще, ну, видите, из Санджу надо отправить караваны. Так, давайте смотреть. Тут не растет, тут вообще недовольство. Тут тоже можно убрать, там все равно вырастет. Счастье надо где-то брать. А у меня тут... Я могу торговать только с русскими апельсинами, по-моему, и он и то... У него уже скоро свои будут. The pen might not be mightier than the sword, but maybe the printing press is heavier than the siege weapon. Запретный город бы построить еще. They have had a bargain, unless they have cheated a merchant. С тремя и более. Ну вот. Можно ставить, конечно, но пока. А я где-нибудь еще строителей. А все, строителей больше нет. Так, во-первых, можно... Давайте Лян Канджуна отправим. Тут можно будет морскую инфраструктуру сделать. А где производство выше всего у меня? 30 25, а в Кенджу запретный город рядом с центром города, а великая библиотека, ну, вообще, вот это можно отдать, и сможет великую библиотеку построить. А вот здесь тогда давайте запретный город. Ну, что мы тут делаем с четырьмя городами? Ты меня спрашиваешь, что тебе делать? Мысли вслух. Ты уже все добрые дела, что мог, сделал. Думаешь, уже все? Не, ну еще одно доброе дело можешь сделать. Меня вынести.
это воля к победе. А, что я не люблю заниматься мазохизмом. Сидеть с четырьмя городами. Пойти попытаться убить Вешку. Ну, как минимум. А вот и Грек. Ну, пойду, наверное. Пытаюсь. Так, две бомбарды мне нужно будет. Кстати, пачку надо построить. Сколько у меня еще ходов? Нет, золотой век все-таки хотелось бы выйти. Вот тут пачка, например, сколько строится? 5 ходов. Она считается пушкой. А, дальнобойная. Так, можно карточку поставить на эти юниты. Дальнобойные хвачих. Сделать. Так, я же ни с кем не торгую ресурсами. Никто мне ничего не... Нет, вот еще киты идут 12 ходов. Что в этих городах уже недовольство начинается. То есть они самые маленькие у меня, по идее. Так, раз, два, три, четыре, пять. У меня только из самого Кёнджу. Никуда не бегает, поэтому перебросим в него. Может, здесь развлекательный комплекс тогда сделать на несколько городов. Армии 438. Немец вообще без армии сидит, развивается. Обидный Инвиктус, да? Столько послов туда отправил. Что делать? А придется воевать. Ой, она сразу моим союзником стала. Ну, у нее, конечно, так себе бонус. Ваши города получают полное жилье от воды, как если бы они находились у реки.
Так как мы все на реках, то... Если я его захвачу, мне еще возможность будет поставить два города на подвигах. Он хочет тут еще сверху брать. Там никто не хочет до меня доплыть. Пробуем. А то Халецкий не хочет со мной торговать. Это ты не хочешь со мной торговать. Да хоть час. Да, вот не именно. Хочешь. Я говорю, давай торговать, только дай заплати мне за эту возможность. А ты говоришь, нет, на равных условиях. А почему я должен тебе платить за обоюдную торговлю? Ты мне можешь объяснить? Она не будет обоюдной, это ты со мной будешь торговать. Я тебе позволю со мной торговать. Еще раз повторяю, мне есть с кем торговать. Ты говоришь, Халецкий не хочет. Я хочу, я готов, но... Ты не хочешь усилия сделать. Просто вот вы не положь тебе. Открой города для нашей торговли. Не, пускай лучше запретный город строится. Ну что, Греция пропустила этого? Прикольный же. Там 70 веры надо, да? Блин, ты уже 4 посла, хотя я туда ни одного не посылал. То есть, чисто какие-то задания выполняю, даже не зная какие. Да, кто не воюет, зачем там 4,5 минуты? Что можно делать? Обычно играем 2,40 секунды, все отправляются. Что у тебя городов мало, поэтому тебе ходить нечем. А народ там сидит с 12 городами. Так, где бомбарды надо? Блин, или не строить... Хотел лес вырубить для ускорения. А, наверное, вырублю. Все-таки Магнус. Мореходство, навигация по звездам. Поленки надо будет отправить. Хотя тут, кстати, можно шахту строить, а вот сюда савон поставить и приличные бонусы будет давать. Этот лесок. Что, может поселенца, чтоб здесь поставить город? Или промышленную зону уже строить? Да, придется вот на месте пшенички промышленную зону делать.
теперь Великая Библиотека, кроме ускорения тех... ускорения всех технологий древнего мира античности, что как бы было так себе, потому что пока ты ее построишь, они у тебя уже сами все ускорятся, дает изучение случайной технологии, когда другой игрок получает великого ученого. То есть, в принципе, я тут буду много великих ученых получать, но все равно ускорение за счет другого игрока, да и не дать другим это взять, по-моему, прикольно. Игрушку, кстати, я бы хотел себе забрать. Соседнюю клетку сгай. Ну вот здесь можно, да. Тут три горы. А вон варвары, кстати. Можно сбегать, разобраться. Так, сколько у нас ходов? Блин, ну я реально в золотой век опять выйду. Инвиктус, везет тебе, я опять буду в золотом веке. Думаешь, ты везение? А что? О, могу уже к ацтеку посылать. Так, гильдии. Потом куда я пойду? Военная подготовка, наемники. Зачем я гильдии открываю тогда? Для губернатора? Да, для губернатора. Великолепная промышленная зона. Ну плюс 5 тут. Плюс 5 она дает к производству. Очень круто. Надо лес вырубить и... Только 70 веры. Тут надо будет сейчас купить строителя за веру следующим ходом. Every man should make his son learn some useful trade or profession, so that in these days of changing fortunes, they may have something tangible to fall back. Ну, пока не буду ничего тут менять. Соседство кампуса, новые строители получают. Ну, я возьму сейчас на первый посол, надо в Поленке отправить. Город государства. Кто там кого убил? Свет Карфаген. Так, сейчас еще будет больше науки и. Давайте Мокшу назначим. Нет, давайте Амани. Нет, ладно, Мокшу. Санджу.
У нас с тобой договор 20 или 30 ходов, Алексей? Без понятия. Банковское дело ускорил. Это, видимо, кто-то взял ученого или нет? Нет. Просто... А, наверное, два этих построил. Социальный институт гильдии открыл, понял. Так, две бомбарды. Я не буду строить, идем пока сюда. Вот два форта, это надо ускорить. Угольная шахта и броненосец, это вряд ли. Так, что у нас тут с наукой? Да, у Мапучи. Ребята, я нашел Махинджидару. Да, я вижу твоего адмирала. Плыви, плыви, брат, плыви еще немножко. Ну смотри, это адмирал. Что ты мне найдешь? Как нам тут лучше законнектиться? Ну вниз Махинджидара плыви, увидишь. Понял. Или дождись, когда Мапучи Махинджидара захватит. Не жди, не жди, плыви. Пловец мой, плыви. Да, к сожалению, никакой культуры я не получаю оттуда пока что. Вообще, конечно, мне рыцарей надо посоздавать, но для этого пока надо вот сюда выйти, взять рыцарство, с помощью этой карточки кучу рыцарей клепать. Мне пока есть что строить. Так, обратно ставим плюс 2 к влиянию. Тут новые строители. Оставлять или взять уже бонус? Я вообще... Да, хорошо, закрыть. Я вообще какие-нибудь строителей-то делаю. Я возьму этого ученого, неплохой ученый. Пока мне некуда послов отправлять. Давайте решим, что мы тут будем строить. Здесь я хочу построить поселенца и отправить его вот сюда, чтобы Мапучи реально было негде селиться. Здесь я построил университет, конюшни. Здесь университет построен. Так, что-то я тут хотел. Священное место, по-моему, да. Ага, вот здесь стоит рабочего купить, на самом деле. Вырубить вот этот лесок. Поэтому давайте. Жилье есть, давайте монумент. Не лесок, а джунгли вырубить. Здесь можно в рост обратно. О боже, заключил союз с Кри. Увидел всю карту. Ничего себе.
У вас тут внутреннее море какое-то прикольное. Прям Средиземное море реально. Ну, заходите, так тут даже так как-то раскинуло нас, интересно. Все европейские нации такие, они, считайте, вот в Европе находятся, и у них свое Средиземное море есть. У меня показалось, что у Крис всего два города, это правда? Нет. Очень бакует. Окленд появился, Нанмадол, Вильнюс, Стокгольм еще можно. Я еще не поменял как раз карточку. О, здорово. Так, вот теперь можно менять карточки. Значит, ставим плюс 2 к влиянию, а здесь плюс 50 к производству поселенцев. Где я поселенца строю? Здесь я строю. Здорово. Ну, все нормально. Все нормально. Что мечники мы. Рыцарей атакуют. Не, я шапнусь, пускай. Пускай там Лавента разбирается. Священное место строим. Ну вот, что мне теперь исследовать? Блин, Кри, ты прям цель жизни моему скауту убил. Мне теперь исследовать нечего. Ну, Галбус, сэкономь на нем. Уволь его. Хорошо. Того, чтобы он дослужился до рейнджера. Я подумаю. Нет, 170 науки у меня. Здорово. Так, Стокгольм вроде никто захватывать не собирается. Тогда уж союз кидается так. Туда не пройти, да? Слушайте, а чудеса считаются горами? Вы не в курсе? Ну вот, в данном, в моем случае... По-моему, Монт-Сен-Мишель считается горой. Торрес-дель-Пайне. А, натуральная? Ну там же написано. Где-то в описании у чуда должно быть написано, считается оно горой или нет. Сами чудо. Чудо природы на две непроходимых клетки удваивает базовую продукцию всех соседних клеток. А где тут в описании, гора это или нет? А если навести на него там как? А, равнина, точно. Как Торрес дель Пайне может быть равниной? Тут горы даже выше, чем просто горы на карте. Вот так вот. Блин. Ну и куда мне этого ученого тогда вести? Давайте сюда. Мне надо плавание, наверное, открыть. Чтобы можно было плавать.
Так, давайте я сделаю. Потом уже военную науку и баллистику. Вообще индустриализацию тоже можно было бы открыть, но это три мастерских надо. Ну, куча, конечно, вообще территории. Тут горами отрезали. Ребят, вы помните, что у нас нет победы научной? Не помню. Ну, надо как-то там поактивнее воевать, может, как-то с кем-то. Да их не с кем-то. Там домики строить. Ацтека, ты в союзы вообще не будешь выходить, да? В этой игре? Нет. Союз от лукавого. Понял. Стек, иди ко мне, мы с тобой заключим военный союз, Стек. Так он без союза. Странно, вроде... Ты куда-то вышел... Куда-то вышел там же, где и я, но не в союзы, в наемники, что ли? Понял. Сейчас будут все апнуто... А, он уже апнул в рыцарей, да? Этим ходом апнул в рыцарей. Шутер, скажи. Боже, вот у вас только сейчас рыцари, офигеть. Мы уже на рыцарях повоевали, успели повоевать, заключить мир. Нам для него вообще выглядит перспективняк. При том, что там есть где ему города поставить. Выше, между Карфагеном и Кабулом. Там два города влезет, и справа от Кабула еще один. А вот к ней вообще некуда деться. Тупо горами вот сколько выдало кусок земли. Ну да. Никуда, да. Не сюда. Вот ты, Виктус, жалуешься, поверь, у Кри ситуация еще хуже, чем у тебя. Так, может быть, хуже, чем у меня. Ну вот, может. 4 города. Он зажат на плато, которое окружено горами, и слева от него русский, а сверху от него ацтек. И там просто без вариантов. То есть, если там где-то еще находишь места, ты можешь Махенджо-Даро взять там и дальше ставить еще города, то у Кри вообще нету варианта. Либо воевать с ацтеком, либо воевать с русским. Знаете, что где-то надо вот тут ставить, чтобы раз, два, да, вот сюда поставим, чтобы использовать бонусы этого чуда. Еще одного поселенца здесь поставим. Так, рынок завершен. Можно торговца строить. Да, мне куда расселяться есть, конечно. Поселенца куда-то повел. А куда поселенца повел? Кто? Инвиктус. Сейчас ГГшку возьму, там еще будет место поставить. Раз, два, три. Не будет у него места. Он поставить. Бы отпал бы по лояльности, так я думаю, что выстоит. Так, ну, открываем
Министерство исследования, берем торговую республику. Кстати, может мне на античную уже было перейти? Сейчас я подумаю. Плюс 15% очков. Ну, кстати, давайте. У нас тут с великими людьми. Греция флотоводца получит 17, 4, 5, 7, 11. А еще ацтеков 17, кстати. Все, ацтека по идее должно быть по науке так же, как у меня. У меня 175. Вот, так и 85. Все-таки насколько салоны круты. Так, где-то появился военный лагерь. Но не рядом со мной. Окей. Сюда я тут вырублю лес, поставлю ферму рядом с Савоном, а здесь шахту на селитре. Так, конюшня завершена. Давайте оружейную. Русский, подними разведчик, пожалуйста. Или пускай вырастет. Пускай вырастет. А он же... Нет. Ну, видите, без дорог ведет. А у меня тут хотя бы дорога есть или нету никакой дороги, блин. Я должен раньше привезти поселенца. По идее. Да, вот в шестой ци, собственно, вот у грека офигительный город под Петру, и он с него куча плюшек имеет. Это вот постоянно такое происходит. Чисто у грека? Чисто. А у кого? Я не знаю. Ну, Эритрия. В прошлый раз мы играли у этого русского было. Нет, я про эту игру. Я говорю вообще, в принципе, вот в этой игре у тебя, у кого. Этот город какой классный появляется, тот и кучу плюшек имеет с этого. Я думал, дело в том, что у меня есть вообще территория неплохая. Ну, то есть есть куда селиться. А Петра, ну, Петрой. Приятный бонус.
блин. Апнулись в рыцарь. Так может нам все-таки мир заключить от стек с Кри? А, ну, а Кри не хочет заключать мир, так как это хочет город, я так понял. Да, мир печально. Уже, я не знаю, ходов 10 назад заключили. А, да? Прошу прощения. Все, поселенцы готовы. Есть смысл переключать на один ход, чтобы... А, тут нету никаких... Какие у тебя здесь места, Алексей, жирные, просто нереальные. Ну как у меня, они и у тебя тоже. Ну я туда не мог дойти, ты же... Вот смотри, у тебя внизу 3 банана, 2 апельсина. Это вообще цитрусовый король, ты понимаешь? Просто он очень нереальный. Подожди, 3 банана, 2 апельсина. Может, я банановый король? Банано-цитрусовый, можно сказать. Фруктовый, вот давай тебя назовем фруктовым богом. Давай, называй меня. Еще раз, 2 апельсина своих. Еще один апельсин ты можешь конжу взять. Хватит, и ты украл у меня строить одну бедную апельсинку третьим радиусом. Не стыдно, скажи мне? Нет. Я очень горжусь собой. Ставил индейцев без фруктов. Бывает. Так, и этого поселенца я хочу вот сюда. С великими людьми торговец хорош, но я в него не успеваю явно. А я не хочу проекты делать, я хочу рыцарей строить. Ученый, ну такой ученый. Еще один Амани еще останется, надо будет в этот город размещать, конечно. Так, вот здесь мы... Блин, баллистика и так за 2 хода строится. Ой, исследуется. Ну так и фиг с ней тогда. Пойдем просто в стали варенье. Что у нас индустриализация? 3 мастерских надо. У кого-нибудь есть соль, благовоние, хлопок, кофе, слоновая кость, шелк? У меня нет. Просто они тут в одном месте очень плотненько на континенте маленьком стоят. У меня есть подозрение, что они вообще в единственном экземпляре. Ну тут вообще как-то дебильно континенты. Вот смотрите, Атлантида просто огромная. Потом маленький Ур между городами Немца и Стокгольмом. Вот это маленький континент. И потом маленький континент, где Стокгольм и Трир. Арктика. А потом огромный континент, на котором часть России и часть Греции. Ну что это за генерация такая офигительная? Ай, фак, я... Ну ты крут. Я чуть не туда нажал. Снес. Да. Ну вон у тебя поселенец, ставь туда город. Блин, немец опередил с этим Триром. Это фейл. Блин, не проплыть тут. А есть там, чтобы по океану можно было плавать? Во. Давайте, блин, 2 хода. Ну давайте 2 хода, а потом дальше пойдем.
Я хочу по океану плавать. Все остальные хоть место для городов немножко. Хорошо. Ты тогда поставишь город, и я не смогу поставить город снизу. Ну, ты можешь уместить так, чтобы... Вот ты сейчас Махенджидара снес, теперь у тебя получится вот... Ты можешь не на месте Махенджидара ставить, а чуть ниже от этого озера. А потом чуть выше у тебя влезет еще один город. Может, инвестиции в центр коммерции сделать пока? Или нет? Амбар. Как я так нажал, йоу. Ну, я, конечно, не буду вас посигрузить, там проблемы будут. Ну, это как бы твоя ошибка, это же не... Не проблема игры. Просить нас грузить в данном случае просто нечестно. Нечестная игра. Да не, я не буду вообще мучиться. Класс, я крашнулся, блин. Ну видишь, это все сверху. Так, тут оружейная завершена, я решил... Терракотовую построить. Здесь, знаете, святилище. Знаете, в чем проблема? Я не могу разнести религию. То есть мне надо, чтобы в этом городе как-то появился сам собой иудаизм. А он сам собой не появится. Давайте тогда, может, не святилище, а казарму строить. С конюшней. Исследование. Ну, сейчас у меня, конечно, висит эта ненужная для меня карточка, но... Я просто не хочу переключаться, там другая будет три хода открываться. О боже, четверо рассинхронов. Фантом, Анисей, Биг... И айхэйджи. Все рассинхроны. Давайте кто-нибудь вылезите. Ну это потому что я крашнулся как хост, поэтому рассинхроны пошли. Дайте, у них там какие-то серьезные проблемы. Да я боюсь, он с этим ничего не сделает. Скорее еще больше поломает. Как обычно. Слушай, нестабильность, такое ощущение, что они вообще не работают. Почему надо один караван? Вы играете? Да. У меня что-то загрузка идет. Ай, хейпи. Как будто рассинхрон. Ну ладно, это не страшно. Так, у тебя рассинхронный был? У нас всех рассинхронный тоже. Вот, Инвиктус загрузился. Да ладно, кто там в Женеву что отправил? Ацтек. Какой-то недружественный акт. Давай ты больше не будешь посылать туда шпионов. Ой, шпионов. А давай буду. Ага, понял.
Прощай, Ацтек. Так. Если я захочу нападать на Мапучи, то куда мне лучше нападать будет? Наверное, уже на эти города. То есть, где мне армию свою концентрировать? Я вот про это. А за это ты отказался? Что обработать? О, апельсинчики. Все еще тут. Почему он сюда не хочет, не пойму. Странно. А, тут типа дороги нет, а тут типа, понял. Ну, тупо. А осадная башня во что-нибудь апгрейдится потом? Не, дико не. Катапультов бомбарды апгрейдится, я мог их проапгрейдить, между прочим. Довоенный строить 1015. Русский, я надеюсь, ты планируешь на казаках сносить грека? Очень хочется в это верить, потому что как-то там по туризму будет очень грустно, глядя на культуру грека. Ну, культура это, извините меня, не туризм. Откуда у греков культура? Из Акрополиса. А туризм откуда? Подожди, подожди, из Акрополя. Это не тот ли район, откуда появляются писатели и художники? Я, правда, не очень эту игру знаю, но, по-моему, этот район, да? Не только. Не только. Угу. А что там еще появляется? Подожди, подожди, а туризм дают не писатели или художники с музыкантами? Не только, да? Ну я ошибся, знаешь. Я ошибся. Извини, туризм русский. Дают национальные парки и эти прибрежные. А, точно, точно. А да. Вот это все остальное туризм не дает, на да, самом да, деле. Да, да, точно. Да, I hate you, извини, извини, что я тебя натравливаю на грека, не прав абсолютно был. Чувак совершенно, чувак совершенно не выигрывает. Как бы культура культура, я туризм. Ну, корреляция есть, безусловно, 100%. Я-то, может, и не против был бы, но вот что-то. Туризма пока не очень много. Туристов вообще ноль. Караваны тут не попускаешь. Смотрите-ка, а? Перекупил.
Так, Савон. Но он средневековье и возрождение, естественно. Некому мне тут это давать. Просто давайте апнем юнит какой-нибудь. Блин, надо будет сейчас быстро город ставить следующим ходом. Открываем исследование и идем в монархию. Странно, почему-то у меня монархия ускорена. Ну, видимо, каким-то либо ученым, либо торговцем это сделал. Писатель грек раз, писатель грек два, это русский, три писателя, один художник, три писателя, один художник, три писателя, один художник, 59 туризма в год. Интернет. Мне кажется, у Ахейт и все интернеты криво работают. Первый интернет с Дискордом норм, но он в Циви вылетает. Во втором интернете он из Циви не вылетает, но Дискорд не работает. Зачем? Спать пораньше пошел. Но ты не хочешь город ниже поставить, чтобы у тебя еще один влез? Виктус. Я не знаю, зачем ты поставил город, зачем тебе нужен? Ну, посмотри, какое чудо сверху, или ты не видишь? Чудо-то я видел, но... Ну, вот ты посмотри, сколько там производства. У меня 4 города, я хотел хоть как-то... Нет, тебе нужно, да, всунуть город. Вот. Я, конечно, ошибся, снес снова этот, ГГшку. Я бы поставил, может быть, первее тебе. Не знаю, мне кажется, ты мог бы мне уступить вот здесь. Подожди, это офигительный город для меня. Ты... Я не понимаю. Ты можешь ниже поставить город один и выше еще второй город на побережье. У тебя влазит тут 2 города. Ты считаешь, что это хороший город, да?
Да, я сторонник теории о том, что в шестой циве города... Ты посмотри, как у меня города расположены. Все близко между собой, они мне все хорошие. Хотя ты говорил, что Канын плохой город, надо было там типа выше ставить. Нет, отличный город. Странно, почему я тут мог рыцаря строить? Это я не понял. Ладно. Будем коляски строить. Так, мне нужно еще где-то взять очки. Блин, только здесь. Так, стоп. Все дружбы мне приняли. Надо с ацтеком какой-то союз, например, экономический, с Петром военный. И с Периклом, не знаю, у меня вообще тут остался культурный. Нет, давайте я Перикл вообще не буду предлагать союз. Запретный дворец открыл торговую республику. Сейчас у меня куча карточек, можно так. Это мы убираем. Плюс 2 влияния пока оставляем. Я теперь наоборот от ацтека только приготовился отбиваться. Кто там кому войну объявил? Да, на меня русские на казаках идет. На немца? Да. Вообще необычно. Так, промышленные зоны возьмем. И, наверное, новые строители получают. Так, а еще сюда можно. Угу. Лояльность, действующие губернаторы, 2 золота. Вот это, блин. Чудеса, я уже все построил, что хотел в данном этапе. Стоп, ты мне войну объявил? Чуть-чуть. Блин. Нечестно, я тут проспал. Ну, а ты честно говоришь мне? Да не, я просто был уверен, что это сообщение о том, что кто-то кому-то там объявил войну. Я сижу тут, правительство принимаю. Блин, надо было... на улучшение А побрать. Да уж, 75 казаки. Отойдем.
Неожиданно. Ну как неожиданно? Вообще ожидаемо, конечно, это все было, но... Тем не менее. А у нее что, там армия вообще есть какая-то? 412? Ну, есть. Да, надо армию сначала строить. Торговец еще. Я надеюсь, ты выйдешь в золотой век. Нет, к сожалению, для тебя. Ты меня обманываешь. Да, я тебя обманываю. Ты как бы сам всегда можешь проверить, какой у него век. Так, тебе, конечно, важно будет наличие нефти. В том плане, будет ли она у меня. Какая отвратительная рожа. Ну что, тут военный лагерь строить? Или лучше стены? В общем, мы стали варенье через 5 ходов, так что военный лагерь. Забавно, там эти горы такие, за немцы их писаться некому. Блин, тут через один ход добавится, блин. Да тут и нечего вписываться. Против казаков. Начну с строителя. Ну, я так понимаю, дело не только в казаках. Не, ну я армию-ка ацтеку еще отвел. То есть тут вообще... Да и не то чтобы в армии, просто ты там последний по культуре. Какого по разведчика? Науке далеко тоже не впереди. То есть, ну, допустим, я понимаю, почему русский напал на немца, а не на меня. Почему? Потому что немец слаб? Да. Ну и города его, основные производственные, Питер и Москва, они... практически под немцем. Вот Москва практически под немцем. Петербург, ну, соседняя. Тогда грек имело бы смысл, конечно, тебе на русского в этот момент нападать и Токио Киото отъедать. Но я так понимаю, что вы дружочки? Мы не только дружочки. У меня у самого территории такой бесконечный край, что я еще всю ее не заселил. Ну и мы в союзе, разумеется. Ну, это, походу, будет быстрая война. Ну, казаки же на чужой территории не работают? Или как там у них? Какая у них механика? Или в какой-то соседней клетке со своей территории? Да какая разница? Они атаковать могут, они ходить могут после атаки. Коляску. Так, торговец завершен. Так, здесь купим строителя за веру.
Ой. Блин. Тут-то что, тут дороги нету, конечно, не очень удобно. Надо было тут эту башню держать. Как мне тут пробежать-то? А, ну Кёльн уже упал, да? Так. Ну, мне даже и выгодно, что мне мапучи так войну объявили. Ну, мне тоже, походу, недолго осталось. Я, походу, следующий после немца. Ну, с городами с силой около 50, тут вообще шансов нет. Так выходи в эту, в кавалерию, апай кого-нибудь в кавалерию. У тебя вон же есть всадники. Культуры мало. Причем тут культура? Поэтому. Так, кавалерия в культуре где-то? Не-не, я перепутал. Не, ну, как бы... Важно же сбалансированное развитие культуры и по науке. Если по культуре проседаешь, ну, не переходишь вовремя во второе правительство, не получаешь послов с цивиков, не получаешь промоушен губернатора, карточки нужны. Экономические, в первую очередь. Ну, да. Здорово, но только у него культура, у Кри больше культуры, чем у меня, например. А Грек Капел по себе должен... Ну, у вас там не густо, да. Мне вот Эретрия нравится город. Загляните на consoleworld.ru, а на этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!